По углам. Здравствуйте, дорогие друзья! На телеканале НТС Спорт продолжаются выпуски с турнира WF Selection 14 из поселка Акжар. И сегодня первая пара, давайте послушаем. Профессиональный рекорд. 3 победы, 1 поражение и 0 ничьи. Весовая категория 65 килограмм, рост 173 сантиметра. Команда Мики. Тренер Калагулов Мирбек. Уроженец Орской области. Встречаем. Мамат Хадыр Улу Нуркаби! Первый боец Мамат Хадыр Улу Нуркаби из города Ош, Ошской области. И его соперник. Боец весовой категории 66 килограмм, рост 182 сантиметра. Уроженец Узбекистана. Чемпион Узбекистана по кикбоксингу. Профессиональный рекорд. 1 победа, 0 поражений и 0 ничьи. Команда «Мангуст». Тренер Тугизбаев Мансур. Встречаем Вахабов Кахраман! Против Вахабова Кахармана, представителя узбекской школы единоборств, кикбоксер в прошлом, нынче выступает на профессиональной сцене. Это для него второй бой. Будет интересно посмотреть на это противостояние кыргызского и узбекского спортсменов. У микрофона все еще Дидар Есемов. Здравствуйте еще раз и давайте перейдем непосредственно к бою. Напомню, друзья, это турнир серии WF Selection. Какой же удар сразу на 10-й секунде противостояния. Невероятно, Нуркамиль попадает левым боковым, чуть ли не в челюсть, и укладывает оппонента на настил. Вот так вот быстро заканчивается первый бой сегодняшнего выпуска. Вообще, в целом, это, если я не ошибаюсь, 9-й бой турнира WF Selection 14. И вот так. Мамат Хадыр Улу Нуркамиль побеждает. В первом раунде за 13 секунд техническим нокаутом победу одержал Мамат Хадыр Улу Нуркамиль. Еще раз поздравим нашего соотечественника. Действительно отличная схватка в его исполнении. Замочил.